Следы на телефоне – это шоколад. Для проноса в исправительную колонию мобильники упаковали в необычную упаковку. Сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности исправительной колонии номер 2 была пресечена попытка доставки запрещенных предметов на режимную территорию. Так, в ходе досмотра посылки, поступившей в исправительное учреждение, были обнаружены и изъяты 6 телефонов и 6 зарядных устройств, которые были спрятаны ухищренным способом в конфетах «Паркур», упакованных заводским способом. Оперативники узнали, кто отправитель посылки. Им оказался ранее судимый житель Пермского края. Чтобы не разглашать его персональные данные, его называют гражданин В. Они предназначались осужденному С, на которого были составлены документы о привлечении его к дисциплинарной ответственности. В отношении гражданина В материал направлен в МВД по Пермскому краю для привлечения его к административной ответственности по статье 19.12 за доставку запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения. Это не первый случай попытки передачи запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения. За два месяца 2021 года уже изъяли 126 единиц средств мобильной связи. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».